Я Филипп Иоманов, астроном-любитель, первооткрыватель 81 переменной звезды и других астрономических объектов, автор и соавтор научных статей по астрономии, опубликованных в научных журналах. Недавно мне самостоятельно удалось открыть два астероида, которые в июле 2023 года были пронумерованы в циркуляре центра малых планет. Их номера 623 826 и 623 827. Но, к огромной моей беде, я продолжаю вынужденно скитаться с 23 января 2017 года. И сегодня, 23 июля 2023 года, исполнилось 6,5 лет со дня начала моих вынужденных скитаний, когда я попал в беду в коммунальной квартире в Москве по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, квартира 210, где находится мое единственное жилье, комната номер 2, в которой я не только лишился возможности безопасного беспрепятственного проживания, но и я лишился возможности беспрепятственной продажи этого моего единственного жилья, где остались все наши с мамой личные вещи и все мое астрономическое оборудование. Я и мама страдаем хроническими заболеваниями. Я страдаю пороком сердца, бронхиальной астмой, заболеваниями суставов, крови, вен. Моя мама страдает анемией. И сейчас мы временно находимся в жилье наших родственников в поселке Южный Морской Приморского края на своей малой родине. Пожалуйста, помогите продать мне мою комнату, чтобы взамен я смог купить другое жилье, которое мог бы беспрепятственно жить, продолжать заниматься наукой астрономии и подготовиться для поступления, для обучения в университет на астронома. Потому что из-за этой тяжелой жизненной ситуации, тяжелого жилищного вопроса, я лишен возможности подготовиться к поступлению для обучения на астронома в университет, потому что мне негде жить. Мы специально переехали в московский регион, где с трудом удалось купить эту комнату в коммунальной квартире, для того, чтобы у меня была возможность поступить в университет, обучаться астрономии, потому что на Дальнем Востоке нет в учебных заведениях обучения по специалитету астрономии. Я хочу приносить пользу науке и обществу своими астрономическими открытиями, и мне нужна помощь в продаже моей комнаты.